Школьникам несказанно повезло. Услышать и поговорить с очевидцем войны, возможно, не каждый день. Ведь их так мало, ветераны – это живая история, говорят сотрудники библиотеки имени Пушкина, где 24 апреля стартовал марафон памяти, посвященный Дню Победы, вехи памяти и славы. Акцент этой сегодняшней встречи на том, чтобы не допустить фальсификации фактов Великой Отечественной войны. Именно об этом мы просили Юрия Васильевича рассказать, остановиться на этих моментах. Потому что действительно важно сейчас, когда годы идут, все дальше те события, и поэтому возникают самые разные версии. Нам нужно принимать нашу историю такой, какая она есть. С этими словами фронтовой разведчик обратился к школьникам. Из первых уст они узнали, за что тогда 18-летний парень был готов отдать жизнь. Ковал победу над фашизмом Юрий Васильевич в рядах 4-й танковой армии в конце 45-го. Сталин дал команду Коневу, 3 общевойсковые и 2 танковые армии, в том числе нашу 4-ю под командованием генерал-полковника Лелюшенко, перебросить на спасение в Праге, потому что фашисты, окружив ее 110-тысячным контингентом фашистских войск, грозили не только людей уничтожить, стереть с лица земли. Не вышло. И во многом благодаря нашим бойцам сражение за Чехословакию стало последней стратегической операцией Красной Армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой уничтожена немецкая группа армий «Центр». Сложно было перейти Эльбу. Мост был разрушен, и там по наведенным понтонам, при свете фар с обеих сторон, самая сложная переправа была через Эльбу в Дрездене. А ведь танковая армия – это громада. В свои 91 Юрий Васильевич на память не жалуется. Стоит отметить, что спустя время после войны орловский фронтовик написал 3 книги о своей жизни, в которых сказано и о военных событиях Великой Отечественной, чтобы 4 внука и 5 правнуков хранили и помнили историю своей семьи, сказав спасибо деду за победу. Андрей Деркач, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».